Добрый день! Сегодня у нас в гостях замечательный художник Хаим Сокол. И мы встречаемся в преддверии открытия его инсталляции «Снегопад», которая будет представлена в Еврейском музее Центра толерантности до начала апреля. Хаим, первый вопрос. Сразу расскажи, пожалуйста, про то, как тебе пришла идея этой инсталляции в голову. Я помню, что мы созвонились зимой, я предложил вот как-то сделать какую-то работу, приуроченную к Дню памяти жертв Холокоста. И через какое-то время ты мне перезвонил и сказал, что родилась у тебя эта идея, и что ты увидел снегопад, да, и что он как-то тебя вдохновил, на самом деле, на эту инсталляцию. Расскажи подробнее, пожалуйста. Да, да, тут два момента соединились. Первое — это снег. Ну, это примерно год назад, примерно в это же время, вот вокруг Дня памяти жертв Холокоста, который отмечается ежегодно в конце января, 27 января, и это ведь не случайная дата, это начало освобождения Освенцима. И как раз примерно в это время, год назад, я что-то такое написал о том, что вот глядя на снег, я вспоминаю, мне кажется, что такой же снег был и вот в 44-м, да, и такой же снег мог быть и на Украине там, в 42-м году, где-то в лесу, где прятался мой папа, да, на оккупированной немецкими войсками Украине. И такой снег будет через 100 лет, да. Меня всегда интересовала и завораживала идея памятника, который будет понятен и актуален, ну, скажем, через 500 лет. Да, когда представление о прошлом, да, вот на 5 веков назад просто размывается невероятно. Да, ну, что мы знаем, там, 500 лет для нас – это Ренессанс, да. Но, в общем, это прошлое уже скорее, как бы это сказать, сконструированное, сфантазированное, во многом такое... И в то же время это прошлое, которое не оставляет нас. Это первое. Вот этот образ снега, да, такого предельно кратковременного, да, неустойчивого явления, да, какого-то сезонного явления. Пусть и этот сезон длится довольно долго в наших широтах, но тем не менее. А второй образ, который соединился с этим снегом, это веревочные лестницы, которые в данном случае будут сделаны из такой специальной ткани, которая используется для мытья полов, из половой тряпки. Но она такого белого, белесого цвета. И мне показалось, что веревочные лестницы, которые спускаются вот таким вот снегопадом, они как бы создают вот как бы некое ощущение или там метафору, визуализируют вот эту вот, вот этот снег, который становится одновременно и образом спасения, снег, и надежды. Снег, который становится памятником. Вообще, вот очень интересная мысль о том, что будем ли мы вспоминать тот же Холокост, да, спустя там 100 лет, и как размоется наше представление, потому что память действительно, время необратимо размывает память, да, и это, мне кажется, важная вообще тема твоего творчества, про память, какой-то опыт, который надо возродить, может быть, да, потому что, на самом деле, что такое память, что мы можем вспомнить, да, и вообще тема свидетельства тоже в твоем творчестве ключевая. Да, да, я все время об этом думаю, но что касается Холокоста, то последние свидетели, вот, уже очень старые, они уходят, да, а мы, я, да, свидетель свидетельства, да, я могу свидетельствовать о том, о чем рассказывал мой отец,
другие люди, и так далее, и так далее. Ну вот как в хасидской притче, будет ли достаточно рассказа о костре, да, когда мы уже и костер не можем зажечь, и уже не помним, как это делается, но мы рассказываем о нем, будет ли его достаточно. Я все время об этом думаю, да, и все время думаю о том, а что может удерживать вот этот рассказ, да, mm-hmm. даже не в его какой-то изначальной форме, а ну хотя бы некое... некое его какое-то ядро, не знаю, вот этот исток, как он сохраняется. И он сохраняется в таких каких-то вот практиках и каких-то предметах или явлениях, да, которые мы усилием воли, мысли, там, не знаю, каким-то образом связываем с теми событиями. Например, снег, да, вот как ну, бы да, раз, да. И вот снег, да, он как бы вот вызывает некое подобие, да. И, понимаете, напоминать, ведь по-русски это же не только вызывать что-то в памяти, mm-hmm. это напоминать кого-то или что-то, да, то есть вызывать подобие. Mm-hmm. И вот, вот это подобие этого снега с тем, оно как бы... Да, ну, вот. Такое поэтическое измерение памяти, да, вот да, в твоем творчестве. Да, 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 да. Мне кажется, что... Сегодня я в этом убежден более, чем когда-либо, да, что поэзия и есть память. Ну да, потому что на самом деле вот эта фактология какая-то, да, она вся есть, она вся известна, да, но сохраняет ли она ту же какую-то живучесть, да, в нашу, вызывает ли она тоже тот же какой-то отклик в нашей голове, в наших сердцах, что и какое-то вот такое поэтическое притворение, да. Да, не знаю. Ну вот Агамбен писал, что мы знаем все или почти все о Холокосте и по-прежнему ничего не понимаем. Угу. Это очень точное замечание. И вот мне кажется, что вот это понимание, да, которое можно, разумеется, интерпретировать по-разному и очень широко, но вот это понимание, оно как раз доступно через искусство, через поэзию, через визуальные какие-то образы, да, и в этом сегодня... Мне кажется, вот если говорить о передаче прошлого, да, то именно как некого опыта, не знаю, да, и вот искусство и поэзия это вот как бы такие важные для этого инструменты. Опыта в том числе и физического, да, вот здесь вообще материалы очень важны в твоем творчестве. Ну да, 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 безусловно, опыта физического, но да. И, я бы так сказал, даже не передача опыта, а некая актуализация, некое изменение оптики, когда вот в настоящем когда прошлое, отражаясь в настоящем, как бы его трансформирует, как бы заставляет увидеть по-другому. То есть мы смотрим на настоящее через призму прошлого, да, которое, в свою очередь, поэтически переработано. Получается так. Я бы так сказал, что мы, что прошлое позволяет нам увидеть настоящее несколько иначе, угу. да, то есть осознать, потому что, ну вот мы в повседневности, в ежедневной суете угу. Редко задумываемся о том, как мы живем, что нами движет, что нас окружает, вообще как бы о мире. Мы думаем о каких-то насущных проблемах, еще, что да. в общем... Еще здесь вопрос, кто я, да, и здесь, кстати говоря, какая-то личная самоидентификация тоже возможна при помощи искусства. Да, да. Это в некотором смысле попытка как-то сформулировать да, самого себя, ну и не как конкретного индивида, я бы так сказал, а как представителя вот своего времени. Да, вот в каком времени мы живем, каким образом это время связано с прошлым, как мы можем из этого времени посмотреть в будущее, можем ли мы помыслить будущее, да, да, вот, возможно, поэтому я выбрал для лестниц материал, в качестве материала половую тряпку.
но она связана и с личным опытом. Она связана и с телесным личным опытом, и с биографическим, конечно. Половая тряпка – это, в общем, вещи, которые пользуются в основном, да, в основном уборщики, да, уборщики и уборщицы. И во всех странах, практически во всех без исключения, ну, по крайней мере, в тех, где есть мигранты, в общем, уборкой занимаются как раз прежде всего мигранты. И я, как иммигрант в Израиле, в свое время тоже мыл подъезды, там, какие-то общественные здания. Не очень долго, правда, но это оставило заметный след в моей памяти. Насколько мы становимся нечувствительными, да, к прошлому? Вот тема... Ну вот как раз есть какие-то вещи, которые как раз свидетельствуют, осознаем мы это или нет. И вот, например, язык. Да, у Ханны Аренд когда-то спросили, а вот после Второй мировой войны, когда Германия раздавлена, да, и в руинах, а что осталось от Германии? И она сказала, остался язык. И меня, конечно, вот этот ответ в свое время поразил. Да? Язык как свидетельство. Язык не только как свидетельство о высокой культуре, да, но и о варварстве. Ну и о варварстве. О варварстве в понимании вот, насилия, о нацистском периоде, как периоде, да, вот такого радикального варварства. И поэтому, да, и язык, он сам из себя свидетельствует. У меня когда-то была работа, как раз связанная с... Вот, я много лет занимаюсь вот этой темой чистоты, уборки, миграции. Вот это все какое-то составляет некое единое семантическое поле. И я взял, просто выписал из словаря выражения на немецком языке, и словосочетания, и идиомы, которые содержат слово «rein», «чисто». Mm-hmm. И просто, даже не переставляя их, разбил на строфы. Я не знаю немецкого языка, я учил когда-то в школе, но не могу похвастаться каким-то успехом, но я понимаю. И ты знаешь, это поразительно, когда ты читаешь словосочетание «чистая совесть», чистые руки по-немецки, да, там, или там чистые животные, в смысле ритуально чистые, это все одно и то же слово. Получается невероятное свидетельство, да, зная контекст, разумеется. А выбор этого слова чем был обусловлен? Ну, в свое время, в 2011 году, по-моему, я был в резиденции, в художественной резиденции в Вене, и там... Собственно, оттуда и началась вот эта тема миграция, уборка, чистота. Я приехал, и меня повели на очередной такой вернисаж, короткое время после приезда. Я как шел, еще не очень ориентируясь в пространстве, я вышел с галереи, и напротив, это узкая улица, напротив я увидел витрину, очень так эстетски оформленную. Там были разные какие-то предметы, связанные с уборкой. Какие-то тряпки, там, вот это, там халаты уборщиц, швабры, жидкость для мытья там, полов и так далее, и так далее. И все это было так по-европейски, очень эстетски оформлено, что меня и зацепило. Я поднимаю глаза, а там вывеска такими гигантскими буквами написано «Германия». Немецкими буквами именно это слово. И меня вообще как вообще это просто это совершенно я ошарашило, да, потому что я стою в центре Вены, вот еврейский человек, 2011 год, и я читаю «Германия», и сразу весь поток ассоциаций, да, что Германия, ну прежде всего, Германия — это название объединенной столицы мира, да, которую Гитлер хотел построить на месте Берлина. И оказалось, что этот магазинчик, он на самом деле просто небольшая лавка при офисе клининговой компании.
которая называется Германия. Ничего себе, ничего себе. Но они удивительное название, да. Это просто старая компания, она Райн, там да. с какого-то 917 года. Я сразу еще, конечно, вспомнил со словом Райн работу Ансельма Кифера, у которого есть, например, работа «Золото Рейна», да, «Райнгольд», но «Рейн», он же тоже как чистый, да, и одновременно это все названия уже, эта работа отсылает к пурификации, к очищению, да, вот тоже недавно писал текст, вспоминал книгу такого теоретика искусства Вольфганг Виллерих, который писал, правда, там «Зойберунг», да, «Очищение храма искусств», да, было не «Райн», слово, да. Ну, «Райн» это да, вот да. особенно вот в период нацизма это приобрело совершенно конкретное... Ну, это чистота крови, чистота конечно. Крови, чистота конечно, крови, конечно, и «Юденрайн», да. да, то есть очищенное от евреев пространство, да. Вот. И в то же время это означает просто чистый, чистота, наводить чистоту в прямом смысле. И поэтому, да, и оказалось, что да, я потом залез на сайт этой компании, и там удивительно, конечно, там фотографии, значит, примеры разных работ фиксируют, которые они предоставляют. И работников фотографируют в фирменных майках, на которых написано «Германия». И вот их фотографируют спиной, они моют там какие-то статуи в музее или крышу. И в основном в позах каких-то таких сгорбленных или на коленях. И тут же я вспомнил, ну, вот в этот же период, конечно, известный эпизод, случившийся как раз в 1938 году в Вене, когда нацисты после, вскоре после аншлюса, да, присоединения Австрии к Германии, да, когда Австрия вошла в состав Третьего Рейха, они собрали евреев в Вене и заставили публично мыть мостовые при огромном скоплении народа. И вот есть множество фотографий в сети, когда какие-то люди стоят на коленях и трут, трут мостовые, окруженные глумящейся толпой, веселящейся, там прямо видно по лицам, что как-то люди не скрывали своей радости и злорадства. Ну, это аттракцион такой. Конечно, конечно, да. конечно. Они, значит, в оцеплении стоят и на коленях, и потом это повторяли в других местах, но вот впервые это произошло, и это удивительно, конечно, да, когда, да, то есть, значит, перед уничтожением, то есть даже перед депортацией, вот этап, когда людей заставляют заниматься вот такой вот грязной работой, да, такой вот по уборке территории. Да, то есть это вот, вот эта фигура мигранта, как фигура исключенного, да, вот то, что по Агамбену homo sacer, да? Да. В общем, твоя инсталляция включает множество смыслов, да, это и очищение, и чистота, и снег, который шел, идет, будет идти, да, некая такая точка временного континуума, да, и, опять же, это тема полета, да, у тебя птицы возникают. Да, будет, да. Ну, во-первых, да, конечно, вот эти ниспадающие лестницы, мягкие, такого белого цвета, в белом свете, они для меня, в общем, как бы такая визуализация. Вот как можно изобразить снег, если не углубляться в какой-нибудь science art, не создавая кристаллы, да? Для меня это, конечно, картина снега, вот падающее так множество лестниц, да, и в то же время это вот тряпка, которая отсылает и к моему личному опыту мигранта, и вообще как бы к ситуации миграции и нашей ситуации общечеловеческой, что в принципе мигрант — это ты вчера или ты завтра. Да, мы как бы вот мобильность в мире имеет свою изнанку. И в то же время сделанные из этих тряпок лестницы, конечно же, это некий символ надежды или даже сопротивления, когда даже из тряпки можно сделать, да, то есть превратить, то есть тряпка это может быть и некий символ угнетения,
эксплуатации, а может быть, символом спасения. Но невольно думаешь еще про библейский символ, конечно, это лестница Иакова. Да. Лестница Иакова, конечно. Ну да, то есть, вообще, если честно, я каждый раз, когда читал этот эпизод, всегда представлял себе какие-то твердые лестницы, да, и вот на иврите сулям Яков, сулям в современном иврите означает стремянку. Стремянка. Вот, но почему бы и нет? Ну, то есть, в общем, лестница это, да, расскажи. Не случайно же ангелы, они как бы сначала там, они не спускались, они поднимались и спускались. Расскажи, пожалуйста, про птиц. У тебя есть рисунки, где люди превращаются в птиц, и птица, опять же, которая готова к полету, а одновременно такие тревожные образы, да, потому что это вороны, в общем, которые, ну, вызывают не самые, наверное, позитивные какие-то ассоциации. Да? Расскажи про вот этот момент. Да, птицы будут тоже часть инсталляции, будет большая настенная роспись, на которой появятся птицы, такой зимний лес и вороны. И действительно, вороны много появляются в последние несколько лет в моих рисунках. Ну, ты знаешь, вороны, во-первых, для меня это некое олицетворение, ну, вот мы говорили, олицетворение другого, да, но в том смысле, что это некая такая инаковость, которую нельзя спрятать, вот, да, то есть вот черное на белом, прежде всего, вот колористически, да, то есть это темные черно-серые птицы на белом снегу. И я часто это представляю, на самом деле, допустим, когда, допустим, мой папа рассказывает, да, что вот он мальчиком, да, на Украине прятался. И он рассказывает один эпизод, когда они долго с бабушкой и с дедушкой скрывались в одном месте. Они лежали под крышей, там, значит, между чердаком и крышей, треугольная крыша, был такой еще зазор, вот там, где на острие этого треугольника. И вот там они лежали, они не могли даже сидеть. Им туда там раз в день приносили какую-то еду и уносили какой-то горшок. И вот днем хозяйка поднимается к ним и говорит: сюда едут каратели, вам нужно уходить. Опасаясь за свою жизнь. Ну да, потому что за укрывание евреев полагалась смертная казнь, причем всей семьи. То есть убивали и евреев, и тех, кто их спасал. И понятно, что, да, она их предупреждает. И вот они выходят днем из своего укрытия, и они должны исчезнуть. И вот эта ситуация, да, вот это, да, когда вдруг три еврейских человека, там, не знаю, какой, 42-й год, днем в украинском селе, на оккупированной немцами территории, да, вот это как бы, вот это черные птицы на белом снегу. Это во-первых. А с другой стороны, вороны, они же жестокие, умные и злопамятные. И вот, не дай бог, вот как-то вороне не понравится, они могут и клюнуть. И, ну, в общем, как бы это птицы гордые, которые умеют сопротивляться. И вот я часто наблюдаю в сквере, у меня напротив дома есть такой небольшой скверик, и там много птиц. И вот вороны, они такие вожаки, они выпасают. Там, значит, вторым кругом голуби, и где-то там воробьи, значит, крошки подсобирают. А эти, значит, организуют. Важные, да, важные такие птицы. Но вообще, ты в своем творчестве обращаешься к теме другого, инаковости, да, вот это и, да, такая личная история, и проблемы, связанные с национальным, с такой идентичностью, да, еврейской, и с мигрантами, да, ты тоже обращаешься к их опыту, да, включения в какой-то вот широкий контекст.
искусство должно быть социальным, да, вот вопрос в этой связи. И как ты мыслишь себе социальное искусство? Ну, это зависит от того, как мы понимаем социальное искусство. Я считаю, что искусство должно говорить о важном, да, о чем-то, ну, как бы сказать, превосходящем меня и каждого, кто, в общем, с этим искусством как-то соприкасается, да. Другое дело, что вот оптика или вот как бы некий контекст вот этой встречи, он может быть разным, он может быть таким более дидактическим, да, таким, может быть поэтическим. Я, например, всеми силами, у меня не всегда это получается, это сложная задача, но я как-то вот всеми силами пытаюсь найти поэтическое измерение. Mm-hmm. Да, то есть, так сказать, искусство, ну, в общем, как создание каких-то предметов, объектов, меня не очень интересует. Меня интересует это как способ размышлять и говорить о чем-то, ну, о чем-то важном. Способ коммуникации тоже? Да-да-да, безусловно. Способ коммуникации, способ, один из немногих нам оставшихся, да, вот в ситуации такого тотального медиа и социальных сетей, да, когда, в принципе, с одной стороны, коммуникация предельно упрощена и доступна, а с другой стороны, она, в общем, нивелируется, да, к обмену сообщениями, да, или в лучшем случае, в общем, сокращена до такого, как бы это сказать, такого глобального. Да, вот социальные сети — это такой глобальный психотерапевт, да, то есть это вот как бы можно пожаловаться. Можно пожаловаться или наоборот, да, похвастаться, да, то есть, да, как бы, да, то есть вот есть паноптикон, да, Бентама, да, да, такая, да, идеальная тюрьма, да, где вот в центре находится невидимый охранник, да, и вокруг расположены камеры, которые видны охраннику, и заключенные не знают никогда, находится ли охранник там. Вот наш современный мир я бы сравнил вот как бы с таким психологом, да, к которому обращаются. Там уже не охранник, а уже как бы некий психолог. Но это другого рода коммуникация. Ну вот, кстати, в связи с этим такой вопрос. Очень часто мне приходится сталкиваться с непониманием современного искусства людьми, которые говорят: ну вот у нас в жизни что, мало там чернухи, да, мало какого-то негатива, зачем вот еще нам какие-то там работы, связанные там опять с какой-то травмой, с памятью, с, да, с какими-то социальными проблемами, там, да, как бы нам хочется, условно говоря, чтобы это искусство было красивым, чтобы мы получали удовольствие от него, да. Что бы ты ответил таким людям? Ну, пожалуйста, есть такого искусства очень много, и среди этого искусства очень много хорошего искусства. В принципе, да, ну, то есть те, которые хотят забыться, отвлечься, развлечься, в общем, это их законное право, я никогда не настаиваю и не требую, да, да, там, не призываю посмотреть на вещи с другой стороны. Я как-то уже... как бы это сказать, смирился, да, или, по крайней мере, учусь смирению, да, что вот я говорю о важном, и кто хочет, тот услышит. И в то же время я настаиваю на праве, на своем праве как художника и на праве вообще искусства говорить о каких-то сложных, не очень удобных вещах, потому что если не искусство, то... Как бы, ну, да, причем говорить об этом как-то по-другому, да, мне кажется, что вот искусство, современное искусство, именно то искусство, которое говорит о каких-то травмах и проблемах, оно предельно гуманистично, оно как бы обращает, оно о человеке и обращено к человеку. Здесь тема памяти, она как раз нас включает вот в это
человеческое измерение, потому что память — это нечто уникальное, присущее, да, то, что, чем обладает человек, да, память именно вот поколений какая-то, да, память не просто генетическая какая-то, там, рефлекторная, но память как некое культурное наследие, как некое обращение к прошлому, к тяжелым, в том числе, страницам нашего прошлого, да, то, что нас делают людьми, мне кажется. Абсолютно. Я вообще считаю, что вот мы называем себя Homo sapiens, да, но на самом деле мы человек помнящий. Вообще, как бы, я убежден, что человека сделает человеком именно память. Ну, то есть, возникновение неких идей, которые объединили какие-то группы первых людей, да, и некая способность к передаче, как, сохранять, да, предание, и передать, да, эти идеи, да, там, о своем видении мира, да, о своем понимании себя в этом мире, да, это и сделало нас людьми. Это сделало нас людьми в хорошем и в плохом смысле, потому что как бы все войны, они построены на том, что мы не можем договориться, за какие-то... Чья концепция лучше? Хотел еще спросить про свидетельство, да, потому что вот это поэтическое свидетельство, к которому ты обращаешься, да, это некое... Ты не основываешься на каких-то фактах, не пытаешься, да, работать с документами. Есть ли, наверное, есть ли у тебя интерес к какому-то документальности, да, или к работе с историческими там нарративами? Потому что я помню, у тебя есть работы, посвященные там Розе Люксембург, например, да, Карлу Либкнехту, то есть каким-то конкретным историческим фигурам, да, и одновременно что-то максимально абстрактное, да, или Снегопад все-таки очень конкретен. Вот какая-то здесь... не знаю, мне бы хотелось, чтобы ты рассказал, поговорил немножко про вот соотношение документа, памяти, твоего восприятия. Понимаешь, во-первых, я много читаю, интересуюсь, смотрю, то есть за пределами работы происходит большой... то, что называется research, да, то есть исследование, да, может быть, это происходит не очень системно, не очень структурировано, но, в общем, достаточно последовательно. Потом я уже перерабатываю, я просто читаю, что зацикленность на документе, она, во-первых, происходит из-за того, что мы никак не можем оторваться от, да, отделить вот то, что Агамбин говорит, отделить вот этот вопрос, вот в данном случае памяти, от права, да, то есть от некого, избавиться от юридического какого-то контекста, да, поскольку нам важно доказать, нам важно убедить, важно показать аутентичность. И тогда кажется, что если это нечто аутентично, то, это как-то на нас воздействует. Нечто, что действительно было. Я пытаюсь пойти более сложной, более длинной дорогой, может быть, не настолько эффектной и эффективной, да, и не настолько, которая ведет в никуда. Да? Поэтика, она, когда работает, позволяет подключить каждого зрителя или зрительницу, личный опыт, вот то, о чем мы говорили, да, включить, да, это подключиться через себя, через свой опыт. Не просто узнать о чем-то и испытать какую-то гамму праведных чувств, жалость, негодование, там, ярость по отношению к палачам там, или угнетателям, вот какое-то такое измерение, а где я нахожусь по отношению к этому. Вот моя жизнь, она как-то связана с тем, что я, на что я смотрю.
или нет. Да? Она каким-то образом, да, продолжает или параллельно это мир. У меня в этом смысле, ну как бы так сказать, позабавило или, в общем, заставило задуматься такая короткая рецензия на мою выставку недавнюю в галерее Ананова в Санкт-Петербурге. В Инстаграме юная зрительница написала, в общем, такие примерно слова, что-то боль и страдания, которые художник пережил в своем прошлом. И вот это слово «своё», да, как бы, что как бы есть мое прошлое, а есть чье-то еще прошлое. А вот, да, вот об этом я говорю, что мы часто смотрим через документы, и документы, они, с одной стороны, как я уже сказал, такие инструменты аффектации, что мы видим реальную вещь, которую, которая указывает на мертвеца. А с другой стороны, это инструмент отчуждение, то есть это прошлое, то есть прошлое от нас отделено. У нас, в общем, нет прошлого в том смысле, что оно не передается вот из поколения в поколение. Оно каким-то образом фиксируется, да, и формулируется в виде какого-то знания. Так мне это представляется. И причем какого-то бесстрастного знания. Да. Да. Да, и поэтому, поэтому меня, честно говоря, не устраивает вот этот путь через документальность. Ну, ты используешь поэтому материалы какие-то очень тактильные, очень, да, тяжеловесные, да, это и металл, и камень, да, и опять же вот эти тряпки, которые, ну, тоже как... обладают такой тактильностью, в общем, не слишком приятные они на ощупь, да, это... Ну, во-первых, я очень такой тактильный человек. Я люблю грубые материалы. Вот люблю шероховатость там, ржавого железа. Такую, да. Я часто работаю без перчаток. Хотя это чревато всякими травмами. Да? Даже железо я режу без перчаток. Я люблю трогать, там, не знаю, грязную вот эту тряпку такую. В общем, ну, как бы есть у меня такие... мои guilty pleasures. Да, но да, я использую, в общем, в этом смысле документальные, та же половая тряпка, документальные предметы, но это скорее погружает нас в некий контекст. То есть, допустим, половая тряпка, которую я использую уже не первый раз, она не документ конкретных каких-то событий, она артефакт эпохи. Нет, я вот просто на самом деле подумал про материал, говоря про материалы, да, что это, ну, например, после Второй мировой войны очень многие художники обращаются, там, не знаю, тот же Йозеф Бойс, да, вот к, даже не просто к тактильным материалам, да, к материалам, и не к материалам, которые несут какую-то память. Да, но в его случае это конкретная память о мифе, да? В его случае это мифология, да, но не знаю, те же венские акционисты тоже, которые работают и с мешковиной, и с деревом, с, там, с гвоздями, художники информель, да, это. И это попытка, на самом деле, да, и важная там мысль вот в искусстве этого времени, в искусстве художников информель, да, это попытка свидетельства, на самом деле, о том, о чем нельзя свидетельствовать. Как раз вспоминаю Агамбена, да, который говорит о том, что подлинные свидетели Шоа, да, это не выжившие, это те, кто не может уже ничего сказать. Да, вслед за Прима Леви. Да, да, да. Он как раз пытается решить этот парадокс Леви, что он как раз настаивает на том, что свидетельствовать можно, да, и что можно свидетельствовать за кого-то. Пишет целую книгу. Да. Ну да, 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 да. Свидетельствует, да, за кого-то. Но да, это, да, вот свидетельство – это ключевой такой термин вот в моей работе. Но материал, по сути, безмолвен, да, это он обладает некой физической данностью, он обладает какой-то вот фактурой, текстурой и так далее, да, но он не говорит, он не проговаривает, да, это некое безмолвное, безымянное свидетельство, вот, да, в этом плане, мне кажется. И да, и нет. Вот, ну, в моем случае, например, то есть, если Бойс берет войлок как часть своего мифа, да,
то для меня, вот в частности, прежде всего, половая тряпка, она взята не из какого-то мифа, она взята из самой, что ни на есть, реальности. В отличие даже от там, ржавой жести, которую я раньше много использовал, да, в тряпке, вот, помимо ее, собственно, вот, визуальности, материальности, да, тактильности, в ней есть вот этот аспект, как раз свидетельствующий, да, он как бы задает контекст. И это для меня очень важно. Угу. Да, то есть он, с одной стороны, свидетельствует о каком-то конкретном аспекте нашей в самом широком смысле жизни, да, вот миграция, да, вот гастарбайтеры, да, низкооплачиваемый труд, да, эксплуатация и так далее, и так далее. А с другой стороны, да, так, так сказать, включенный в некое поэтическое, более широкое поле, свидетельствует уже, как бы, да, осуществляет вот эту связь с прошлым, да, через как раз вот связь с этими моментами. И для меня это очень важно. И вот, например, опять же, в той же резиденции в 2011 году, помимо вот, или вместе с, вот, с этим стихотворением, созданным из найденных идиом и фраз на немецком языке со словом «чисто», я сделал инсталляцию из книг из половой тряпки. И это были грязные половые тряпки, которые я сам запачкал. И оказалось, что в Вене это не так просто сделать. Удивительно чистый город. И мне пришлось в течение месяца, я выходил по вечерам недалеко от мастерской, которая просто по чистому совпадению находилась в еврейском квартале, втором дистрикте там, в Вене. Я выходил к близлежащей клумбе. А дело было зимой, поэтому на клумбе ничего не было, кроме земли, с ведром воды. И вот тряпку я мочил в ведре, потом пачкал в земле и потом растирал по асфальту. И получилось, что для создания этих книг я фактически повторил вот опыт, да, вот опыт тех людей, которые мыли. Вот. И вот получились грязные тряпки. Это мой ответ, и даже не ответ, а диалог, такой постоянный разговор и с Бойсом, с его войлоком, да, и в большей степени даже Ансельму Киферу, на его вот эти тяжелые, огромные библиотеки свинца. Да, потому что свинец Кифера – это тоже такой материал, который свидетельствует. Он, да, отсылает и к средневековой алхимии, да, вот, поиску философского камня, да, и превращению свинца в золото, да, и отсылает к станку Гутенберга, да, литеры для которого к свинцовым пулям, в конце концов. И, конечно же, к пулям. Но, тем не менее, это такой все-таки, как бы, да, ряд, мне кажется, да, вот... Несколько декоративный? Нет, скорее мифологический, скорее литературно-исторический. Да, то есть сами эти свинцовые пластины, они вот в повседневности, они как бы не укоренены. Да, они укоренены в истории, в мифологии, в некой культурной традиции, европейской прежде всего. Тряпка – это вот вещь, которую я иду, то есть я покупаю в хозяйственном магазине. В Вене. Кстати, в Вене я тряпки эти покупал в специальном магазине для уборщиков. Меня повели, там был такой небольшой турецкий рынок в одном месте, и там, значит, были лавочки, и вот одна из таких лавочек была для профессиональных уборщиков. Это действительно вообще рай для уборщика, там можно было найти любые тряпочки, спецодежду, там какие-то, и там были, например, бутылки с моющим средством, на которых не было ни слова по-немецки, только на турецком было написано. Да? И это, в общем, задает определенный контекст, то есть как бы дает понимание того, кто моет полы, где. Да. И вот в этом смысле для меня тряпка – это действительно очень важный такой материал. И символический, и реальный, да, и связанный с
памятью из «Здесь и сейчас». Да. Хаим, спасибо. И я думаю, мы можем здесь попрощаться. И мне остается пожелать зрителям прийти к нам в музей, познакомиться с твоей инсталляцией. И я очень надеюсь, что встреча под снегопадом приведет не только к каким-то грустным размышлениям, да, вызовет не только какие-то свои собственные ассоциации и вызовет какие-то воспоминания, но и напомнит людям о надежде. Надежде, которая всегда остается, несмотря на то, как бы ни была темна ночь вокруг нас. Спасибо.